Как видим, товар достаточно хорошо запакован. После снятия транспортной тары мы можем наблюдать нетронутую основную упаковку товара. Упаковка в идеальном состоянии. Внутри упаковки находится терка старой под продукт. Как видим, из достаточно плотного металла, который не прогибается. Цвет металла вы можете наблюдать на экране. Тара сделана из пластика. Достаточно удобной конструкции, как видим. Две поверхности для мелкой терки и для крупной терки. И сосуд для натираемого продукта. Удобная защелка, которая крепко держит тару.